Представляем команды, принимающие участие в эстафете. Помост номер два. Сборная Литвы. Platform number two. Team of Lithuania. Помост номер три. Сборная России. Platform number three. Team of Russia. Помост номер четыре. Сборная Украины. Platform number four. Team of Ukraine. Помост номер пять. Сборная Латвии. Platform number five. Team of Latvia. Внимание, участники. Первый участник занимает стартовое положение на помосте. Остальные уходят за ширму. Внимание, судьи. Даю отсчет контрольного времени. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Тридцать секунд. 30 seconds. Прошла минута. One minute. Минута тридцать. One minute 30 seconds. Две минуты. Two minutes. Two minutes, 30 seconds. Готовится очередная смена. Two fifty-five. Смена. Change. Три тридцать. Three minutes 30 seconds. Четыре минуты. Four minutes. Четыре тридцать. Four minutes 30 seconds. Пять минут. Five minutes.
5:30 готовится очередная смена. 5:30, get ready to change. Топ, смена. Change. Семь тридцать. Приготовиться к очередной смене. Get ready for the change. Готовится очередная смена. Стоп, смена. Change. Девять тридцать. 9:30. Десять минут. 10 minutes. Десять тридцать. 10:30. Одиннадцать минут. 11 minutes. Одиннадцать тридцать. 11:30. Подготовиться к очередной смене. Get ready for the change. Смена. Change. Двенадцать тридцать. 12:30.
13 минут. 13 minutes. Тринадцать тридцать. 14 минут. 14 minutes. 14:30. 14:50. 5, 4, 3, 2, 1, топ! Закончили выступление в эстафете юниоры. Помост номер 2. Литва. 152 подъема. Помост номер 3. Россия. 242 подъема. Помост номер 4. Украина. 186 подъемов. Помост номер 4. Латвия. 131 подъем. Мы начинаем церемонию награждения победителей и призеров среди юниоров в эстафете дисциплина «Короткий толчок». And so we start the awarding ceremony of the World Championship of Gyrevoy Sport among male juniors discipline relay jerk. Третье место, цветы, диплом и бронзовую медаль. Первенство мира по гиревому спорту среди юниоров в эстафете дисциплина «Короткий толчок» завоевала команда Литвы. Third place, diploma, flowers and bronze medals goes to team of Lithuania. Justinas Platkevičius, Andrius Kubilius, Arturas Balnionis, Kestutis Slavinkas, Avidžius Tarutis. Второе место, цветы, диплом и серебряные медали завоевала команда сборной Украины. Second place, flowers, diploma and silver medals go to the team of Ukraine. Станислав Клименко, Владислав Бабенко, Максим Канунников, Ярослав Сушко, Леон Белуцкий. Ваши аплодисменты серебряным призерам сборная Украины. Ну и победители чемпионата первенства мира по гиревому спорту среди юниоров в эстафете дисциплине «Короткий толчок». Первое место, цветы, диплом, а также золотые медали завоевала команда сборной России. And the winner in this discipline is the team of Russian Federation. Валентин Сутягин, Артем Смирнов, Николай Стреколовский, Андрей Творогов, Алексей Малинин. Аплодисменты победителям эстафеты, друзья, сборная Российской Федерации. Тройка победителей – Литва, Украина и Россия. Давайте еще раз поаплодируем победителям соревнований, друзья. Давайте запомним этот момент. Литва, Украина и Россия. Ну и, конечно же, фото на память для того, чтобы вспоминать этот прекрасный день, спортивный день, который состоялся в городе Тюмени в 2013 году. Вот они, настоящие спортсмены, настоящие герои.